Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Оу-оу-оу, всем привет! Сегодня мы продолжим строить наш чудный корабль и попробуем добраться до сокровища. Да, помню, когда последний раз мы это пытались сделать, у нас это не очень вышло, да и к тому же были глюки. В Роблоксе не было языка, не было текста, но теперь все нормально, и я надеюсь, в этот раз мы точно с тобой доберемся до этого золотишка. У меня тут обновочка есть, я с прошлого раза получил вот такой вот крутой факел. Не знаю, правда, зачем он мне нужен. Вроде бы там никаких темных таких вот туннелей, через которые мы будем проплывать, их нету. Поэтому даже не представляю, зачем здесь факел. Но я все равно его куда-нибудь пришпандорю. Итак, хорош болтать, давай уже строить. Строим мы, наверное, я даже не знаю, что. Плот! Ну, обычный плот сейчас построим с мачтой, там, со всеми делами. Так, все начинается с камня. Итак, дамы и господа, предлагаю вам ознакомиться с моим новым строением. Чудо! Двухэтажная лодка. На первом этаже вы видите фундамент. Надеюсь, он выдержит. Выдержит то, что находится на втором этаже. Та-дам! Да, да, это очень круто. Гениальная мысль. Если тебя, ну, начинает бомбить что-то снизу, да, то нужно просто подняться на второй этаж. Вот это я придумал, конечно, не знаю. Надеюсь, что эта фигня не перевернется. На самом деле, какую-то фигню построил. Так, вот это вот у нас крутая такая лесенка, которая поднимает нас на второй этаж. Вот так вот. Сюда залазим. Да-да-да, наверху я поставил факел. Это, если что, там спасательный факел будет, если мой корабль начнет тонуть. Может, кто увидит, может, кто заметит, мимо будет проплывать и спасет меня, пожалеет. Ну, это посмотрим. Так, заходим внутрь. Внутри у нас, так, внутри у нас кресло, ну и, естественно, руль. И два лобовых крутых стекла, которые, надеюсь, ну, не разобьются в процессе моего плавания. Ну что, я думаю, пора стартовать. Все очень круто выглядит, надеюсь, нам подфартит. Ну что ж, стартуем! Югу! Так, ух ты, пока не перевернулись, это уже успех. Ох-ох-ох, как я спотыкаюсь и чуть ли не падаю своим вторым ярусом. Это очень опасно для меня. Не-не-не-не, только не падай, только не падай. Блин, надо было ловушек натолкать. Входим в зону вихрей, и я падаю. О нет, только не это. Ну ладно, у нас получается вот эта вот ступня, она сейчас будет расчищать нам путь. Главное, чтобы нас не развернуло головой, а то будет совсем плохо. Пока все идет хорошо. Мы пробиваем своей пяточкой себе дорожку к золотишечку. Ух ты, где-то. Ууу, какие тут цветные минералы. Круто. Оу, нет. Корабль развалился на две части. Беда. Я теперь просто плыву и смотрю на море. Ууу, в токсичную зону заплыли. Опасно. От первого лица просто смотрю на море. На воду и любуюсь этим. Зато, кстати, теперь дверь в нормальном положении. Ой, хотел открыть, а она отвалилась. Беда. Так, пока держимся, плывем. Бочечка сейчас взорвется, наверное. Фух, пронесло. Так, наша ступня плывет рядом. Хотя это уже сложно назвать ступней. Все, что от нее осталось. Хотя я могу перепрыгнуть на эту платформу. Она выглядит понадежнее, чем моя конструкция на данный момент. Стопы! Блин. Это было неожиданно. Ну что ж, я учел все слабые точки своего данного корабля и построю новенький. Сейчас увидите, что я задумал. Но прежде стоит открыть сундучок за 45 голды. Целых два смогу открыть. В общем, с этих двух сундуков ничего интересного и новенького не выпало, поэтому приступаю к строительству. Итак, представляю вашему вниманию водяной бульдозер. Вы только гляньте, что я придумал.
В общем, спереди у него будет ковш, вот такой вот ковш. Это на всякий случай, если мои ловушки все расфигарятся об камни и об бомбы и прочую всякую лабуду, которая будет нам попадаться на пути. Ну а если у нас это все разбомбится, будет на себя принимать вот такой вот крутой ковш. Все удары. Дальше у нас идет двухслойная броня. Ты только глянь, вот слой, здесь слой. Надеюсь, этого хватит, чтобы доплыть до конца. Уязвимые места. Это у нас крыша, потому что она состоит из лавочек, сиденек и всякого хлама, в общем. И вот это вот окошко. Ну, просто без окошка я жить не могу. Нужен свет. Ну и также задница, вот где входная дверь. Здесь у нас тоже слабое место, поэтому оно и находится сзади. Так, открываем дверь, заходим, оп-оп, садимся за руль, закрываем дверцу. И можно в путь. Ух ты, вот это вид. В окошечко тоже можно посмотреть, все шикарно. Щели везде продувает, свежий морской воздух. В общем, все огонь. Поплыли! Воу-воу-воу, как флаги-то перевешивают. Ты посмотри, как я на дыбах плыву. Прям на мустанге каком-то еду, а не на бульдозере водяном. Мачта немножечко тут покачивается, пытается улететь куда-то в сторону, но надеюсь, что она шибко далеко от нас не уплывет. Не-не-не-не-не, ну зачем? Только не этой стороной. Капец, нас развернуло. Это очень плохо. Оу, божечки, дисконнект. За что? Я только что сделал нормальный корабль и дисконнект. Ну что, я восстановил свой бульдозер плавающий. Он немножко видоизменился, но суть осталась вся та же. Так что заходим. Опачки. Долбанный дисконнект, он у меня так пукан просто бомбил от этого. Ну ничего, зато я восстановился и еще даже улучшил свой кораблик. Поплыли! Ребят. О боже, меня еще и развернуло. Это просто абзац. Еще и... Да ладно вам, ну как так можно-то вообще? Капец. Вторая неудачная попытка. Мой бульдозер все никак не может плыть. Это что за чукча тут плавает? О, чувак, да, походу тебя заглючил. Ладно, надо сделать ресет, походу. Делаю ресет. Да, фиговы дела. Тот чувак до сих пор висит в моем корабле. Здесь осталась половина моих запчастей. Там вон тоже застрял мой корабль. Я даже не знаю, как отсюда выплывать. Попробую сделать загрузку. Итак, дубль 3. В этот раз я только сделаю сейф. Сейчас сейф сделаю кораблика. Все эти пожарные, то вдруг сейчас тоже застопорится еще что-нибудь там, блин, это ж Роблокс. Фух, ну что, с богом. Бог любит троицу. Погнали. Так, выходит, да что ж ты, блин, это просто абзац. Что за пейловый выпуск будет? Почему меня развернуло задом? Так, ресет, я хорошо, что сохранился. Так, я точно не хочу плыть. Тикс, сделали ресет. Теперь нужно сделать это. Загружаем наш кораблик. Тикс, это хорошо. Вот эту всю ерундовину убираем, чтобы она нам не мешалась. И, наверное, я ее пришпандорю просто тут по бокам корабля. Защитю заднюю часть. Правда, мне только нужно туда зайти, а то я потом туда не зайду. Оп, оп, оп. Воу, воу, воу! Выкинуло нафиг с карты! Я просто хотел сесть в свой корабль. Жесть. Чувствую, сегодня мне точно не доплыть до Золотых Гор. Ну, думаю, вроде бы вот так пойдет. Фух. Погнали! Ну, а чё не плывем-то? О май гад! Это просто капец. Почему мы не плывем? Короче, в топку эти мачты. Я их все убираю, потому что из-за них что-то какие-то прям проблемы страшенные. Не-не-не, корабль стоит. Да как так-то? Ну. О, жесть. Просто фейспалм какой-то. Я не знаю, как это еще назвать. О, жесть. Все нафиг, поплыли. Поплыли сразу же. Я убрал все мачты. Надеюсь, что в этот раз все будет нормально.
Погнали! Блин, только не разверни. Да что ж ты, ё-моё, сейчас меня опять развернет. Главное не встать, тут не застопориться. Все, короче, плывем так. Бочиной так бочиной, потом, может, развернет меня. О! Ну, наконец-то нас развернуло. Теперь мы плывем нормально. Ну вот. Мы снова плывем бочиной. Ого, нас пытаются засосать и на ложки, но фиг у них что выйдет, у меня ж это, плавающий бульдозер. Тяжело его поднять, однако. Кстати, от бульдозера уже мало чего осталось, у нас ковшик поломался конкретненько. Но ничего, мы пока плывем. Двухслойная броня пробита у нас слева, справа тоже уже. Дверцы пока работают, слава богу. Ой, не-не-не-не, у нас там оторвалось кресло. О божечки, как делать? Как что делать? Ладно, пока сидим так, в лежачем положении. Смотрим в потолок, надеемся на лучшее, молимся богу. Пушки! Ух, сейчас нас будут накрывать ядрами. Надеюсь, бочина выдержит. О, я вижу там. Ух, кажется, мне прям в черепуху прилетело. Ой-ой-ой-ой, как меня там шмантыляет. Так, главное, чтоб я оттуда не вывалился нафиг. Ю-ху, проплыли эту зону. Здорово. Так, держись, дружище, держись. Не катайся там только на кресле, а то это слишком опасно. Есть шанс, что ты вывалишься. Когда ж придумают ремни безопасности? Может, лучше выпрыгнуть оттуда как-то? Ой, лавы. Ух, хорошо, что у меня два днища. Двухслойное днище. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, плыви. Да, блин, опять в кресло сел. Блин, вот эти вот штуки, они капец, они сразу протаранили три кубика моих. Блин, опасные штуки вообще, вот ты только глянь, как она вообще... Долбанное кресло, как я так вывалился. Ну, проплыли мы достаточно далеко, приличненько. Заработали 156 голды, предлагаю открыть вот такой вот сундучок, который стоит 135 голды. Отличненько, 32 блока, прям мы сейчас усилимся. Ух ты, новый какой-то блок. Ничего интересненького не выпало, и я предлагаю доапгрейдить мой нынешний корабль. В общем, что же я сделал? Я поставил еще вот здесь вот лист брони и убрал кресло, чтобы оно мне в этот раз никаким образом не помешало. Ну что, тестируем? Блин, опять застрял. Не, ну я не могу, я не... У меня сейчас бомбанет конкретно. Что ж за фейл сегодня? Фейловый день просто какой-то, капец. Все, я выхожу, короче, со своей лодки. Все, давайте, до свидания, пока. Ну что, поплывем или как? Плывем? Все, огонь. Отличненько. Фух, я, короче, уже психанул, быстренько раскидал блоки. В надежде на то, что хоть как-нибудь, да нужно поплыть уже. От кресла я отказался, так что у меня здесь спокойненько можно ходить. В общем, надеемся на лучшее. Воу-воу-воу, ты только глянь. Я нагнал какой-то корабль. Похоже, это мой. Мой предыдущий. Или... Я даже не могу понять, что это. Какой-то квадрат. Но это даже к лучшему. Главное, чтобы он нас не застопорил. А так будет некий мусор, который... Так, что случилось? Что такое? Мы плывем или как? Да плыви же ты! Ну не стой на месте! Нет! Только не говори, что ты застрял. Надо побиться об стенки, возможно, это поможет. Просто бейся об стенки. Давай, едь уже! Фух, еле выбрались. Короче, флаг зацепился за верхний кристаллик и не давал нам проплыть. Так, я слышу там пушки. Пушки бомбят. Но они бомбят по проплывшему куску непонятного корабля. И теперь они бомбят по мне. Это очень плохо. Вах, вах, вах. Так, нужно держаться. Включая вид от первого лица, нужно держать себя в ногах. Оу-оу-оу, как. Главное, чтобы еще двери не вылетели. Это единственное место, которое меня сейчас сдерживает от вылета. Ремней безопасности-то до сих пор нет. Ну как так, как вышло так? Что я... О май гад. Короче,
у меня бомбануло, ребят. Просто адово бомбическо-фейловый выпуск. Все. Я больше ничего не могу сказать. Надо поймать дзень. Расслабляемся. Так. В общем, мы с тобой сюда еще вернемся и построим офигительно крутой кораблик и точно проплывем до Золотых гор. Пока что с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и комментарий, что ты думаешь по поводу всего этого фейлового выпуска. Спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика.